Добро пожаловать на канал HardResetInfo. Сейчас я покажу вам, как выполнить полный сброс на устройстве Garmin Forerunner 630. Итак, вначале нам нужно нажать на вот эти вот три полосочки внизу нашего экрана, после чего спуститься немножечко вниз и нажать настройки, после чего спуститься еще ниже и выбрать пункт «Система». Затем спускаемся еще ниже и нажимаем на кнопочку «Восстановить настройки». Нажимаем «Ок» и ждем, пока наши часики перезагрузятся. Ну что ж, на этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь и до скорых встреч. До свидания!